Добрый день, присутствующие, пожалуйста, в чате отметьте, что вы есть. Дмитрий Сергеевич, если вы что-то говорите, то вас не слышно. Так, сейчас технический вопрос решим, там со звуком какие-то проблемы. А кто-нибудь из студентов может что-нибудь сказать? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, все нормально. Значит, с вашей стороны все нормально. Сейчас тогда Дмитрий Сергеевич решит свой вопрос и вернется к нам, хорошо? Да, конечно. Добрый день, теперь меня слышно? Да, теперь слышно. Да, что-то вот... Добрый день. Что-то со связью у нас. Ну, сегодня у нас защита наших работ групповых, которые мы должны были в прошлый раз проводить, но перенесли на неделю. Итак, кто готов? Ну, может, с нашей группы начать. Да. Давайте. Сейчас, секундочку. Тогда можно поделиться экраном, да? Для презентации так, или скидывать? Кто будет? Кто? А Доборщук? Да, я делаю вас. Ага. Хорошо, спасибо. Сейчас, секундочку, все настроим тогда быстро. Да, давайте. Дмитрий Сергеевич, да. У меня такой вопрос. А вам принципиально важно, чтобы презентовали именно этап все члены команды? Или, например, это могут быть... Ну, там, это, мы же обсуждали, что по очереди презентуют по одному члену команды. Зачем все-то мне? Все, спасибо большое.
Так. У нас выбрано 4 проекта. 3, 4, 6 и 7. Итак, сегодня у нас первый этап. У нас этапы построены по мере, как строится защита и как строится выпускная работа. Итак, зашарили тут, я вижу. Да. Это какой у нас проект? 7-й. 7-й проект. Кто докладывать будет? Доборщук. Получается, у нас проект «Модель конкуренции двух фирм». И первым делом мы... Вот содержание доклада, собственно. Первым будем описывать проблему, дальше примерное теоретическое описание задачи и описание самой математической модели. В первую очередь необходимо поставить саму проблему. Нам необходимо рассмотреть ситуацию, где имеются две конкурирующие фирмы с долговременным продуктом и построить модель их развития. То есть нашу проблему можно сформулировать следующим образом. Нам нужно спрогнозировать динамику изменения оборотных средств двух предприятий на основе математических зависимостей факторов производства и маркетинга. Маркетинг здесь скорее не подразумевается в том виде, в котором он должен быть. В основу возьмутся факторы себестоимости, цены и спроса продуктов, а также некоторые социально-психологические факторы. Далее, описание самой задачи. Нам необходимо вывести математический вид и программную реализацию модели конкуренции двух предприятий в итоге нашего проекта. Для реализации этой задачи необходимо рассмотреть сначала модель одной фирмы, чтобы построить зависимость двух фирм. Для прогнозирования нам необходимы следующие факторы одной фирмы, где это N – это число потребителей производимого продукта, S – это доходы потребителей данного продукта, и за основу мы возьмем то, что доходы у всех будут равны, поскольку производимый продукт находится в одной рыночной нише. Также нужны оборотные средства предприятия, длительность производственного цикла, рыночная цена товара, себестоимость товара, доля оборотных средств, идущая на покрытие переменных издержек, и каппа – постоянные издержки, которые не зависят от количества выпускаемой продукции. Итак, воспользуемся простейшей формой функции спроса, зависящей от отношения дохода S к цене P, которая выглядит следующим представленным образом, где Q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени, K – это мера эластичности функции спроса по цене, и P – критическая, составляемая из S, Q, деленная на K, это критическая стоимость нашего продукта. И если наша цена достигает этой критической стоимости, то потребитель не заинтересован в покупке этого товара ни один. Поэтому можем заявить, что функция спроса является пороговой, то есть, функция спроса будет равна нулю, как только цена будет больше или равна критической стоимости продукта. Для составления общей модели нам необходимо следующее уравнение. Уравнение динамики оборотных средств и уравнение для рыночной цены. После множественных преобразований мы можем получить два уравнения, где получается m с плюсом и тильдой. Это устойчивое состояние и соответствует стабильному функционированию предприятия. А m тильда с минусом неустойчиво, так что при общем динамике оборотных средств, если она меньше m тильда минус, оборотные средства падают. То есть дифференциал по времени, ну, в принципе, интеграл по времени общий, будет у нас равен нулю. Следовательно, фирма идет к банкротству.
по смыслу мы можем взять M тильда с минусом как соответствие начальному капиталу, необходимому для входа в рынок, который впоследствии должен расти. Примем значение дельта как единицу, так как оно всюду входит в сочетание с тау, то есть производственным циклом, которое означает, что уменьшение доли оборотных средств эквивалентно удлинению производственного цикла. Для рассмотрения уравнений динамики оборотных средств уже для двух фирм мы можем вывести итоговые дифференциальные уравнения, проводя аналогичные преобразования. И получим следующие дифференциальные уравнения, где θ будет произведением t на c1, а сами коэффициенты выглядят следующим образом. Так, данная модель у нас... Вот данная модель не учитывает социально-психологические факторы. То есть это факторы общественного предпочтения одного товара к другому, независимо от его цены, когда коэффициент... И в этом случае коэффициент при m1, m2 в нашей математической модели будет отличаться на небольшую долю, назовем ее сигма. В результате получим итоговую систему дифференциальных моделей, которая и будет описывать нашу математическую модель конкуренции двух фирм. И далее приведены некоторые примеры уже из данной лабораторной работы проекта, где даны определенные параметры, по которым задаются все коэффициенты, которые мы описывали ранее. Идет, соответственно, динамика оборотных средств в случае, когда нету никаких социально значимых факторов, социально-психологических. То есть человек не просто покупает только потому, что он ему нужен, а не просто «я хочу» или «я не хочу». И второй вариант, когда есть небольшой вот этот коэффициент социальной значимости, и мы видим, что у одной из фирм оборотные средства падают в ноль по достижении отметки 20. Начинается график снижаться. На этом все. Спасибо. Есть вопросы? Есть замечания к презентации? Давайте обсудим, как, собственно, сделана эта презентация. Какие недостатки, какие достоинства у сделанной презентации? Можешь что-нибудь сказать? Понятно. Всем понравилась презентация, да? Презентация сделана неоднородно. У нее разные слайды оформлены в разной эстетике, по-разному оформлены. Ну, и, например, даже слайды в конце, зачем-то фон пущен, а фона не нужно. Формулы приведены разным кеглем. От маленьких формул, которыми пользоваться, которые вообще непонятно, что не видно, до формул, которые почти на весь слайд. Должен быть одинаковый крупный размер. Uh-huh. А дальше. Нужно было, не нужно лепить все на один слайд столько много. У вас все это в электронном виде, так что вполне можно разделить на несколько слайдов. Каждый слайд должен нести только одну мысль, а не нагромождение, как у вас. Формул излишнее количество, а и главное, очень много текста, который не нужен и не воспринимается. Его не читают, его прочесть невозможно. Начинаешь путаться. Когда вы задаете формулы, очень желательно было бы их сразу проиллюстрировать, например, графиками. Ну, так, примерными графиками, как, в принципе, должны вести себе эти формулы. Просто как бы нарисованными от руки. И далее. Вам нужно разделять, что у вас есть цель и задача. Цель это одна. Она должна... Вот то, что вот постановка проблемы. Вот эта цель, вам нужно выполнить какую-то цель. Да. А для выполнения цели вам нужно решить набор задач. А, мы поставили, да, понял. Да, ставится одна цель, и потом решение набора задач. Это нужно разделять, это разные вещи. Хорошо. Все, спасибо. Давайте к следующему перейдем. Да, до свидания. Давайте следующую. Uh-huh.
Ну, давайте, наверное, наша группа расскажет. Да, давайте, да. Так. Подсоединяйтесь. Это вы у нас кто? Шестой проект. Родина, да? Родина, да, будет Родина. Я сейчас только немножко не понимаю, как это делать. Дмитрий Сергеевич, по сделанным замечаниям, они должны будут переделать презентацию? Нет, или нет. Уже отчитывается как есть? Это уже все отчитывается как есть, переделывать ее не нужно. Это на будущее. Если в будущем они не учтут их, то тогда будет снижение баллов. Не могли бы вы мне, пожалуйста, немножко помочь, потому что я не понимаю, как это сделать. Ну, у вас такая пиктограмма в виде прямоугольника со стрелочкой рядом направленной. Рядом с микрофоном. Угу, нашла. Вы нажимаете эту пиктограмму и нажимаете далее рабочий стол. Так. Надпись «Рабочий стол». Зашарить «Рабочий стол». У вас приложение или веб-интерфейс? Нет, это, ну, по-моему, приложение. То есть вы не через браузер идете? Нет, не через браузер. Ну вот, поделиться нажали, и там у вас рабочий стол, PowerPoint, обзор, доска написано. Вы выбираете рабочий стол. Есть только... Доска и фрихенд — это не то. Нет, это доска у вас. А слева рабочий стол. Нету. О. Не это... может быть. У вас точно приложение, да? Да, точно приложение. И точно у него все пермишены есть? Да. Разрешение на то, чтобы шарить стол? Ну, я все включала, по крайней мере. Из вашей группы есть у кого-то презентация, кто может вместо вас рассказать? Я думаю, есть. Ну, давайте кто-нибудь тогда другой, кто вместо вас расскажет. Ну, или в конце концов, кто-то может показывать, а вы будете рассказывать. Кто это может? Вы только фамилию назовите, потому что нам надо подключить человека. Давайте тогда я покажу презентацию. Фамилия Васильева. Да. Секунду. Сейчас видно? Да. Да. Отлично. Так, Даш, ты расскажешь? Так, а в чем вы делали презентацию? Расскажите ко мне. А, секунду, не я делала презентацию. А кто? Олесь. Презентацию делала я, а презентацию делал рассказчик. А, да. А в чем сделана презентация? У меня все получилось. Все хорошо. Мне выключать? Оно все... Да, вырубай. В чем сделана презентация, пожалуйста, скажите. Презентацию писали на HTML с Markdown. Использовали этот шаблон. Так. Вот. Видно презентацию сейчас? Хорошо, да. Да. Так, соответственно... Название нашего проекта — это «Эффективность рекламы». Это шестой проект. Участники группы, соответственно, вы видите все имена на экране. Презентовать первый этап проекта буду я. Меня зовут Родина Дарья, группа НФИБД 0318. Соответственно, когда... Ну, можно представить ситуацию, да, что
мы придумали какой-то гипотетический товар, вот, хотим реализовать его на рынке, и, в принципе, чтобы реализация прошла успешно. И у нас стоит проблема, как правильно реализовать товар на рынке сбыта. Соответственно, есть две такие задачи. Это организовать рекламную кампанию и добиться, чтобы прибыль с избытком покрывала издержки на рекламу. Это все можно сгруппировать в одну проблему. Проблема называется, заключается в том, что нам необходима эффективная рекламная кампания, которая смогла бы действительно грамотно все это, скажем так, реализовать. Для того, ну, из этого, да, всего, то есть из проблемы, из постановки проблемы следует, что у нас есть цель, нам нужно найти зависимость продаж от эффективности рекламной кампании. Вот, задачи проекта просты, до безобразия, их можно расширить, но общие задачи проекта — это, соответственно, создание модели проекта, то есть нахождение той математической модели, которая может описать нам, в принципе, нашу реализацию. Также потом алгоритмизация проекта — это написание алгоритма, как мы можем правильно, ну, как бы найти, скажем так, решение задачи, ну, и перевод алгоритмов в код. Тут все понятно. Вот. Для того, чтобы действительно грамотно и правильно сделать проект, нам нужно понять, что такое реклама. Реклама, Википедия говорит то, что это направление, это не важно, то есть это маркетинговые коммуникации, там, в рамках которых происходит распространение информации, это не важно. Важно, что реклама — это люди. И действительно, один из основных факторов у нас в проекте — это люди, это количество потребителей, которые знают о товарах, не знают о товарах, информированы, не информированы, будут информированы буквально вот через несколько секунд. Вот. То есть основные факторы — это потенциальные покупатели, информированные покупатели, а также время, когда началась кампания, и интенсивность рекламной кампании, которая зависит, в принципе, от таких фактов, ну, от денежных факторов, от денег, от, в принципе, настроя покупателей. Но про социальную составляющую мы говорить не будем, мы будем говорить именно про математическую составляющую. С факторами мы разобрались, дальше идет модель. Модель выглядит примерно вот так. Что есть что? Соответственно, у нас есть... Модель определяет, в принципе, скорость изменения числа потребителей, узнавших о товаре и готовых этот самый товар купить. Вот. И в этой модели есть две составляющие. Первая составляющая определяет число уже информированных покупателей пропорционально числу еще неинформированных покупателей. За это отвечает модель Мальтуса. А также есть вторая составляющая. Это распространение информации покупателями, которые уже знают о товарах. Это логистическая кривая. И, соответственно, еще один немаловажный компонент — это количество потенциальных покупателей, которые еще не знают о товаре. И в нашей задаче может быть два разных исхода. Первое — это когда... число просто узнающих о товаре превышает гораздо больше тех, кто потенциально, скажем так, может узнать о товаре. То есть модель Мальтуса, она представляет собой экспоненциальный рост с постоянным темпом, и, соответственно, можно сказать, что отвечает за интенсивность рекламной кампании. И второй случай, да, это логистическая кривая. Это когда у нас есть, скажем так, эффект активности сарафанного радио, то есть когда покупатели, потребители информируют других потенциальных покупателей о товаре. Вот. Соответственно, большая часть моделей на основе этих формул, именно логистической кривой, она имеет... скажем так, три фазы. То есть первая фаза — это фаза зарождения спроса, то есть когда у нас происходит медленный рост, маленькие значения, и
рекламная кампания не очень эффективна. Но после этой фазы идет вторая фаза, фаза максимальной активности, то есть темп роста, он достаточно большой, вот, и значения, ну, растут очень быстро. Ну и последняя — это фаза насыщения рынка, то есть когда товар уже занял свое место на рынке, но, ну, как бы потребителю это не нужно. В общем, наш проект, он должен подсказать, как правильно находить вот это вот эффективный путь в рекламной кампании, скажем так. Вот. Все. Если есть вопросы, я на них отвечу. Так, ну, есть небольшое замечание тоже по оформлению вашего графика. Там, где вы рисунки вставляли, у вас внизу подпись, видимо, из того источника, откуда вы брали. То есть там видно рисунок 2.1, рисунок 2.2. Да, вот на будущее. Значит, на будущее для презентации вы можете, конечно, нумеровать рисунки. Во-первых, это будет сквозная нумерация 1, 2, 3, 4, 5. Это должна быть именно нумерация относительно вашей презентации. Второе, соответственно, то есть вы эту надпись должны как бы дать именно в презентации, а не на самом рисунке. Понятно, да? Спасибо за... Да, понятно. В следующий раз исправим. Вот, а так в целом вроде неплохо. Кто следующий рассказывает? Здравствуйте, давайте мы будем... Здравствуйте, Гафиров, вы будете докладывать, да? Да, давайте. Только докладывать Гафиров, а презентацию, дать... пожалуйста, можно мне подключить? Наливай. Я просто с телефона. Понятно, значит, наливайка и Гафиров, правильно? Да. Да, так, наливайка подключен. Какой это проект у вас? Четвертый. Проект четвертый. Презентация видна? Значит, да. Наливайка и Гафиров, да? Да, презентация видна. Все, можно начинать? Да, да, давайте. Модели хищник жертва. Следующий слайд, Сереж. Модель лодки Вельтера, простейшая модель взаимодействия двух видов, типа хищник и жертва. Данная двувидовая модель основывается на следующих предположениях. Первое. Численность популяции жертв X и хищников Y зависит только от времени. Модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории. Второй пункт. В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса. При этом число жертв увеличивается, а число хищников падает. Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищников считаются несущественными. Эффект насыщения численности обоих популяций не учитывается. Скорость роста численности жертв уменьшается пропорционально численности хищников. Снизу приведен дифференциальное уравнение. Вот. Сереж, следующий. Звука нет, что-то. Что-то случилось у вас? Да, Гафиров вылетел почему-то.
Не можете вы продолжить вместо него? У них, наверное, разделение ролей было слишком. Да, наверное, да. Ну, подождем. Да, но пока из того, что видно по презентации, на предыдущей слайде, если можно, перелесните на секундочку. Видите, у вас растяжка формулы идет. Вот такого быть не должно. То есть у вас шрифты должны быть единообразны по всей презентации. И на фоне совершенно ненужные какие-то. Ну, это уже дело вкуса, но нужно ориентироваться, что если научная презентация, то поменьше всяких лишних элементов в оформлении, а так приемлемо. Алло, я присоединился. Да, да, давайте слушаем. В модели X число жертв, а Y число хищников. Вот показан график эволюции популяции жертв и хищников в модели лодки Вальтера. А что вот такое все. АБ? Что такое АБ? АБ что такое? Ну, на будущее нужно знать. Жертвы и хищники. Угу. X и Y это жертвы и хищники, а AB это точка А и это точка Б. Это отклонение от стационарного состояния. Ой, ну не придумывайте все это под так быстро. Не можете придумать. Значит, каждая презентация научная должна окончаться, завершаться слайдом, на который будут вывешены основные пункты и результаты, которые озвучены в данной презентации, чтобы, если будут вопросы, люди их на них смотрели и, соответственно, задавали вопросы. То есть резюме в конце должно быть всего этого. А вначале очень хорошо бы дать краткий план, о чем будет презентация, какая ее структура. Хорошо, спасибо. Ну, обычно давайте. В качестве плана у нас и выступают цели и решаемые задачи. Да, 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 это да. А заключение, конечно, желательно делать. То есть на последнем слайде выносится, что же в результате вы рассмотрели. То есть вы рассмотрели модель хищник-жертва, там показали динамику там того-то, всего-то и так далее. Кратко. Хорошо. Результаты, да. В следующий раз хорошо. Мы так и делаем. Спасибо. И у нас проект 3. Есть кто-нибудь представитель? Нет никого от третьего проекта, да? Не будет еще одного проекта. Никто не отвечает. Ну, раз не отвлекается, значит... Да, ну, значит, не будет. А есть ли у вас вопросы по выполнению ваших лабораторных и индивидуальных проектов? Кто-нибудь завел уже все необходимые учетные записи для индивидуального проекта? У меня вопрос маленький. Да. Вот мы должны были подсоединиться к сервису eLib, вот этот первый сервис, который... Да, eLibrary, да. Да, вот, и когда мы там заводим аккаунт, у нас как бы есть сессия, но мы не можем, ну, по крайней мере, я не могу дать ссылку на свою страницу. Да, eLib. Ну, мы же это обсуждали, я вам сказал, что вам не могут дать, вам не сразу дают аккаунт в eLibrary. Некоторым быстро присылают, некоторым очень долго присылают. Ну, так и опишите, что у вас, какие проблемы возникли. А, то есть в этом отчете стоит это описать, да? Угу. Спасибо. Еще какие вопросы?
раз вопросов больше нет, тогда на сегодня завершим. На этой неделе. Извините, Дмитрий Сергеевич. Да, давайте, да. Еще один маленький вопросик. Мы должны были готовить вам еще доклады, да, дополнительно. Можно вам вот как-то будет? Можно вам будет как-то на почту отправить доклад, чтобы вы предварительно посмотрели? Нет, вы должны сделать доклад. Ну, чтобы вы предварительно посмотрели, может, что-то выкинуть или добавить? Нет, вы делаете как есть, потом мы обсуждаем. Хорошо, насколько я понимаю, там сильно не снижается, поскольку вы первый раз с этим знакомитесь. Ну, только уже повторно, когда похожее задание, насколько понимаю, появляется, тогда уже пойдет снижение. Если вы на третьем курсе будет уже сильное снижение. На третьем курсе у вас мат-моделирование будет. Там тоже будут и доклады, и групповые проекты. Поэтому сейчас вы учитесь, сейчас вы тренируетесь, поэтому не переживайте сильно. Ну, все тогда на сегодня, наверное, завершаем. Да. Есть аккаунт, вот, архив, но когда я хотела скопировать вот этот линк, у меня получится всегда archive.org/user. Не понял. Вы делаете когда? Вот так. Давайте я покажу. Вот архив. Сейчас. Вы логин делаете. И переходите сразу на вашу страницу. В конце написан ваш публичный идентификатор и ссылка на вашу страницу. Вот я щелкаю и перехожу на нее. Выдели мышкой это, то не видно. Понятно, да? Еще вопросы? Ну, тогда завершаем. До свидания всем. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.